Уходишь так рано? Да. Сегодня запись первого рекламного ролика, плюс фотосъемки. Хочу прибыть на работу первой. Хочу быть на месте событий раньше всех, чтобы все успеть подготовить. Но ты ведь всю ночь не спала. Может, лучше вообще отменить эту запись? Нет, ни в коем случае. И потом, рекламу скоро пускать в эфир. Я совсем тебя загонял с этим роликом. И напрасно, по-моему. Нет, не беспокойся. В конце концов, я профессионал и должна служить всем примером. Сама подумай, кому нужны подобные жертвы? Нет, нет. Останься, отдохни. Тебе правда не о чем беспокоиться. Я справлюсь. А если начать опаздывать, пропускать, отменять записи, к чему это все приведет? Но... Нет. Речь идет о твоем здоровье. Ничего страшного. Я не могу не прийти. Так что пока. Опаздываю. Позже позвоню, узнать, как Валентина. Хорошо? Пока. И удачи с рекламным роликом. Спасибо. Совсем заработалась. Все верно, то верно. Трудолюбие ей не занимать. Мама всегда корила ее за это. Да нет, здесь, в Лиме, Солидат стала совершенно другой. Вся на нервах. Перестань, Гонсало. Любому может присниться кошмар. Я даже не об этом. Вспомни, она потеряла сознание, чуть только увидела этот дом. Потом ночные кошмары. Но это еще не все. Не все? А что еще? Солидат просит развода. Не далее, как вчера, подошла и сказала: клянусь, я даже не подозревал. Не думал, что ей со мной так плохо. Я ведь дал ей все. Все, что только можно дать женщине. Мне так хотелось сделать ее счастливой. Да, любая была бы счастлива быть рядом с тобой. Только не Солидат. Я ей совсем не нужен. Антония, ты должна, обязана мне помочь. Убеди, уговори Солидат остаться, прошу тебя. Но почему я? Ты сестра. Хорошо ее знаешь и найдешь нужные слова. Выручай, Антония. Мне даже представить страшно, что я ее потеряю. Но, Гонсало, почему вдруг я? Не в моих правилах встревать в отношения семейной пары. Я более чем уверен, что Солидат доверяет тебе свои сокровенные тайны. Так что кто еще сумеет убедить ее остаться, не уходить? Антония, прошу тебя. Я слишком люблю ее, чтобы вот так просто потерять. Знаю, но не думаю, что из нашего разговора выйдет какой-нибудь толк. Солидат привыкла сама принимать решения. Ради меня. Пожалуйста. Мне самому трудно просить кого-то помочь удержать жену. Вот уж не думал, что докачусь до такого. Не надо оправдываться. Мне еще не доводилось кого-то упрашивать остаться со мной. Клянусь, если бы дело касалось не Солидат, я бы в жизни не стал. Но ради нее я готов пойти на что угодно, лишь бы она не ушла. На любое унижение. Мне и в голову не могло прийти, что можно вот так любить человека. Вот видишь, Антония, умоляю, поддержи меня. Обещай, что вступишься за меня перед сестрой. Хорошо? Хорошо, Гонсало. Я помогу.